Эту лекцию про лекарственные растения. Сегодня мы рассмотрим растение бузина, черный ветвистый куст от 3 до 6 метров высотой. Побеги серо-зеленые, с многочисленными желтоватыми чечевичками, белой сердцевиной, листки супротивные, непарноперистые, с от 5 до 7 удлиненно-яйцевидными заостренными острозубчатыми листочками. Цветки мелкие, правильные, двуполые, бежаво-белые, собранные верхушечные, плоские соцветия с 5 главными веточками. Плод черно-фиолетовая шарообразная костянка, цветет в мае-июне. Плоды созревают в августе-сентябре. Настой цветков рекомендуется научной медициной в качестве патогонного средства при воспалении дыхательных путей, гриппе, бронхите, ларингите, заболеваниях почек и мочевого пузыря и при невралгии. Благодаря своим мочегонным свойствам препараты бузины черно эффективны при лечении хронической почечной недостаточности. В гинекологической практике настой цветков используется внутри для спринцевания ванночек при некоторых заболеваниях влагалища. Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является руководством для самолечения. Перед применением препарата необходимо проконсультироваться со специалистом и ознакомиться с инструкцией, утвержденной производителем.